И что ты сегодня делаешь у нас? Вот. Печу пироги, мои любимые. Делаю пироги. Супермастер. Сегодня тесто. И теперь такой пирожок мы сделали. Мягкий. Капуста с яйцом. Лук с яйцом. Еще нам надо молоки везде. Но тесто надо еще потатовить. Пойдемте подожди. Я надо его готовить. Вот здесь мы его будем готовить? Да. Я его такие сальки. Такие дала будет у нас дома. Теперь сальки готовим. Теперь масло так делаем. Видите, так делается. Будет очень вкусно с маслицем вместе. Надо так вот мять, чтобы было, чтобы таких части не было. Делайте пирожочек вкусный, пожалуйста, все люди. Теперь надо их другим маслом делать. Какие замерзливые у нас получились. Да? Иду охранять. Что у нас получилось? Красота, красота и волноса. Теперь надо вставать.